Сейчас мы приступаем к очень важной теме, рассмотрим работу интеллекта. Значит, особенность этой лекции будет заключаться в том, что будет дан некий образ, и для того, чтобы подробно проиграть все элементы, которые будут рассмотрены, требуется большое время. Поэтому не пугайтесь, если что-то будет непонятно, значит, поскольку просто требуется значительное время, чтобы показать это все в действительности. Механизм будет дан, а у кого получится, появится желание все это попробовать на практике разыграть, как это происходит, можно, пожалуйста, то есть это есть. Значит, единственное, что потребуется приличное время, несколько часов и так далее. А здесь мы ограничимся самим ходом рассмотрения, то есть логикой рассуждения, как это все проистекает, и сделаем выводы. Итак, приступаем к рассмотрению работы интеллекта. Интеллект от латинского intellectus, значит, что в переводе на русский означает ум, разум, рассудок, соображение. Вообще говоря, обыденное сознание, смысл этих слов, оно развлечение потеряло. Хотя есть здесь определенный смысл. Так скажем, собака умная или неумная животное? То есть, что такое ум, что такое рассуждение, что такое соображение, что такое разум? Это предмет отдельного разговора. А здесь мы скажем, что интеллект – это самоизменяющийся, самонастраивающийся алгоритм выбора и преобразования информации, в результате действия которого возникают информационные модули, ранее данному интеллекту неизвестные, и в готовом виде в него извне не поступающие. Не было их ранее. То есть, если здесь нарисована такая схемка, можно иллюстрировать любой процесс. Что значит выработать новые информационные модули? Первобытный человек, он должен был себе готовить пищу. И у него был какой алгоритм? Значит, он находил палки, добывал трением огонь, разжигал костер, брал кастрюлю или насаживал на палку другую дичь или кусок мяса и на костре его поджигал и потом ел. Потом он подумал, а что я буду, на костре-то жечь? И параллельно с разжиганием костра он сделал себе кастрюлю или глиняный горшок, в глиняный горшок клал пищу, горшок вешал на костер, что приводило, к тому же действию, к тому же результату, объем его действий увеличивался. Здесь это, так сказать, показано. А сейчас уже включается электроплита, электрочайник и так далее. А результат тот же самый. То есть речь идет о чем? Что всякий алгоритм – это некая частная мера. Поэтому в этой частной мере протекают какие-то потоки информации. И за счет расширения этой частной меры, это и есть интеллект. То есть выработка новых информационных модулей, которые позволяют достигать каких-то определенной цели. Поэтому интеллект – это процесс расширения некой частной меры. Поэтому интеллект есть всегда при управлении или самоуправлении по полной функции управления. Вспоминайте, мы с вами рассматривали полную функцию управления, и там говорили, что управлять по полной функции можно только обладая творчеством, обладая интеллектом. То есть надо уметь, определить факторы, которые на тебя воздействуют, на твою систему. Надо выработать и сформулировать цели, включить их в общий вектор целей, разработать концепцию управления. Что значит разработать концепцию управления? Определить, как, что надо сделать, что за этим кроется. А за этим кроется работа как раз интеллекта, способность вырабатывать новые информационные модули, которые бы обеспечивали выполнение поставленных задач. То есть полная функция управления предполагает наличие интеллекта, то есть умение, способности расширять свою частную меру, вырабатывать новые информационные модули. А дальше вообще смысл-то всей лекции, чтобы вы держали, о чем сейчас пойдет речь. А только ли человек обладает интеллектом, или интеллектом обладают и некие другие системы? Сейчас мы об этом и порассуждаем. Значит,
В случае утраты интеллекта происходят и потери управления. И вы знаете, пьяницы всякие, они теряют, деградируют. Вот пример Ельцина. И теряют управление. Если раньше он хоть чего-то там, значит, на танке выступал, то потом вообще по бумажке только читал и не мог там двух слов связать. Вот. Речь некоторые ученые ведут об искусственном интеллекте. Значит, при постановке такого вопроса об искусственном интеллекте ставится задача, то, что мы уже с вами сказали. Интеллект – это общеприродное явление, и тогда человек – один из многих интеллектов, существующих в мироздании. Либо интеллект принадлежит только человеку, и тогда человек уникален. Вот информация к размышлению. Вот сейчас мы рассмотрим, что, и покажем, что интеллектом обладают не только человек, но и некие другие системы, в том числе и мироздание в целом, и выйдем на понимание, как это все осуществляется. Рассмотрим мы это на примере игры в рулетку. Вот здесь на этой картиночке изображена, значит, игра в рулетку. Ну, вы знаете, что это. Это вот крутится такой крестовина, ну, как правило, шарик крутится, дергают вот за эту крестовину, шарик вращается, и он выпадает на какую-то циферку. Значит, и пусть будут у нас два игрока. Значит, одна вот эта вот булыжник, это среда, и кирпич система. Система сопряжена с лотерейным барабаном. Вот здесь стоит Фемида с завязанными глазами. Это судья, который судит о результатах. Все это за занавесом происходит. И вот эти булыжник и кирпич, среда и система будут крутить этот барабан. Значит, а судья будет следить за их действиями. Значит, в результате булыжник и кирпич, среда и система выйдут из-за занавеса, значит, и приобретя необходимые карточки, потом увидите, будут перед зрителями разыгрывать сценку ученика и профессора, школьер и профессор, учитель. И окажется, что вот этот и булыжник, и кирпич, они окажутся обладать, будут интеллектом. Вот как это будет проистекать? То есть мы рассмотрим информационный процесс на заведомо безинтеллектуальных элементах и на жестких алгоритмах, то есть на жестких правилах. То есть вот отдельно этот булыжник и отдельно этот кирпич, ну, то они элементы интеллектом, ну, явно не обладают. А вот в результате определенных манипуляций, действий, потом окажется, что они вдруг вот они обладают интеллектом. Как это происходит? Смотрим. Итак, играем в рулетку. Среда. Ну а что такое среда? Помните схему, значит, среда, которая воздействует на некую систему. Значит, крутит два раза. Первый раз устанавливается время, тау, продолжительности для системы уже, за которое та должна сделать ответный ход. То есть первый раз крутит барабан, и когда шарик выпадает, он указывает продолжительность времени, за которой система должна сделать ход. Потом второй раз крутит, и выпадает уже число, которое будет сравниваться с числом системы. Потом вторым шагом система с барабаном начинает крутить. Что они делают? Первое. Вращает рулетку за отведенное средой время, тау. То есть вращает несколько раз. Есть лотерейный барабан. Значит, там помещаются шарики с выпадавшими ранее числами. То есть в барабане как бы накапливается весь опыт игры системы со средой. То есть туда кладутся вот условно шарики с выпадающими числами. В результате вот кручения получается два числа. Первое – это максимальное по из через множество выпавших в рулетке, и максимальное число из множества выпадающих из барабана. То есть получается два числа. Оба эти числа записываются на чистых шариках и опускаются опять в барабан.
После этого, вот после этого, система подбрасывает монетку. Вот подбрасывание монетки означает то, что в народе говорят, и на старуху бывает проруха. То есть, когда вместо заведомо известного правильного результата или решения принимается заведомо неправильный результат, то есть да, нет. И по ее выпадению, по подбрасыванию монетки, вот из этих двух выбирается из двух чисел одно. И вот это одно, оно, это есть ответ системы на ход среды. Ответ системы на ход среды. В результате у судьи Фемиды, которую мы видели, значит, есть что? Второе число среды и ответное число системы. То есть второе число среды, то, что она выбрала, и ответное число системы. Судья по вот этим числам дает карточки. По числу дает соответствующий некий вопрос. А это по среде. А по числу системы дает из множества чисел, дает одно ответ на этот вопрос. Разностью чисел определяется правильность, то есть обширность ответа. Чем ближе числа совпадают, тем правильность больше. Хотя можно и наоборот сделать. То есть это надо в начале игры определиться. Когда скапливается стопка карточек, среда – это профессор, пусть у нас будет, а кирпич, вот система – это школяр, они выходят к зрительному залу и играют, разыгрывая сценку экзамена, где школяр от вопроса к вопросу, значит, выглядит, становится все более умнее и умнее. То есть он становится, проявляет свой интеллект. Причем интеллект у него развивается. По мере накопления лотерейным барабаном шариков в проигрыш системы в рулетку все более вероятно может быть компенсирован выигрышем, извлеченным из лотерейного барабана. То есть в паре карточек вопрос-ответ становится все более правильных ответов. И интеллектуальные шкалера системы можно повысить, если поместить в барабан некий начальный капитал, шарики с числами, гарантирующими возможность чего-либо, либо невозможность, то есть которые гарантируют избежать катастрофичный проигрыш. Можно изъять из игры подбрасывание монетки, и тогда система может выбирать больше из чисел, а не идти на заведомо проигрышный вариант. Можно повысить быстродействие рулетки и барабаны, чтобы система могла извлекать большее число чисел, которые позволят ей накопить больший опыт. Зритель, он не видит всего того, что происходит за занавесом. И поэтому для него вот эта сценка, обладая интеллектом, он судит об интеллекте школяра, так как система школяр выглядит интеллектом, пока не заглянешь за кулисы. То есть то, что происходит вот там, булыжник с кирпичом, так сказать, а на самом деле на глазах телезрителей это выглядит в качестве интеллекта. Вот то, что описано, вся эта игра, это одна из возможных моделей, которая при взгляде извне на ее информационные потоки выглядит интеллектом. Есть такая вот теория игр, значит, в ней таких вариантов можно вообще рассмотреть много. Но это вот наиболее такой приемлемый вариант. И тот, кто хочет, вот теперь то, что я рассказал, можете попробовать вот так же сделать такие же шарики, такую же систему, карточки, вопрос-ответ. Поиграть и увидите, что это будет именно так. А теперь вот, создав такой образ, как это происходит, посмотрим на мироздание. Вот в мироздании, смотрите, вращаются планеты, галактики, кометы, человек здесь есть. Помните вот это вот, как устроено. Значит, вся Вселенная.
В мироздании участниками игры будет что? Рулетка. Это вероятностные предопределенности, которым подчинены природные процессы. Вероятностные предопределенности, которым подчинены природные процессы. Выпадение в рулетке числа. Что это такое? Это частная мера, это коды объективной информации, которые существуют во Вселенной. Соответствие вопроса, ответа по карточке. Это частный случай общего свойства отображения информации из одного фрагмента Вселенной в другой и обратно во внешнюю среду из него, протекающие в общей для них мере, общевселенном информационном коде, то есть многомерной вероятностной матрице возможных состояний материи. То, что мы с вами рассматривали, вот эту воронку со ступенчатыми, краями. И вот в отличие от казино в Монте-Карло, можете себе представить, посмотрите еще раз вот на эту картинку, какие информационные потоки за счет колебаний протекают во всей Вселенной, значит, которая обладает иерархически многоуровневым кодом, мерой, подчиняющей вероятностными предопределенностями соответствие прямого и обратного отображения. То есть несоизмеримые потоки информации, колоссальные потоки информации, которые происходят во Вселенной, да еще миллионы и миллиарды лет. Судья Фемида – это многомерная вероятностная матрица возможных состояний материи, то есть мера, в которой все проистекает, и она определяет, значит, правильность, неправильность. Помните, мы вектора цели определяли, совпадающие с божеским предопределением. Барабан лотерейной памяти – это структура, которая фиксирует в себе более или менее полно, точно информацию на определенном иерархическом уровне организации Вселенной, то есть фиксация этой информации. Зрительный зал – это барабан, вместе с барабаном – это сознание, за которым, за спиной которого, то есть в подсознании, стоит точно такой же барабан памяти и есть свой дубликат рулетки. Вот так один интеллектуал судит о другом интеллектуале. Ситуация осложняется тогда, когда за сознанием стоят три барабана. Значит, вот вы видите, та же самая картинка, зрители. И у зрителей их сознание и подсознание, то есть подсознание. И вот здесь, на этой схемке что есть? Один барабан, он заполнен полностью, и туда, ну что обращаться, он уже заполнен, все. Значит, здесь заполняется текущая информация, это текущий этап эволюции. Если здесь ранее пройденный этап развития, то здесь текущий этап эволюции. А третий барабан абсолютно пустой, это предстоящий этап эволюции. Туда пока обращаться нечего, потому что там информации нет. Вот то, что я рассказал, можно другой картинкой интерпретировать. Можно другое представление вот это трехбарабанной игры. Речь идет о чем? Иерархически высшее, наивысшее объемлющее управление, Бог, вот там есть все, там абсолютно заполненный барабан. Значит, там все сведения, они обладают всей полнотой. Значит, промежуточные иерархии во Вселенной, там, значит, фрагменты Вселенной и так далее, они обладают неполной мерой понимания, что-то такое. Ну и, наконец, вот школяр, он стоит, у него чуть-чуть там есть какие-то знания и так далее. И тогда возникает вопрос, если обратиться вот сюда, ты можешь получить ответ через подсознание, через чувство меры. Но вот в такой схеме надо всегда четко представлять, что вот этот школяр должен во всяком случае признавать существование вот всего этого. Если он даже не признает такого существования, то есть он не считает нужным обращаться к кому-то, то он, естественно, не получит никаких ответов. И даже когда ему даются такие ответы,
но он не понимает, что это и есть, он не видит, что в этом идет подсказка языком жизненных обстоятельств для него. Значит, вот вам интерпретация другого представления. Значит, поэтому может возникнуть вопрос, и он должен возникнуть вопрос, а что приводит вот все это в движение вот здесь? А приводит в движение то, что можно назвать принципом полноты и целостности Вселенной. Вот этот принцип полноты и целостности Вселенной утверждает, что Вселенная содержит в себе все необходимое для исполнения всего цикла ее существования. Вот этот принцип, он вообще был изложен в наших древних русских сказаниях, в частности, в Ведах, в прославлении Триглава. Вот вы почитаете это прославление Триглава, и с позиции того, что мы с вами уже рассмотрели, сопоставьте, там как раз говорится о том, что все во Вселенной упорядочено, взаимозависимо, взаимообусловлено, и все процессы протекают в ладу с Божьим предопределением. То есть там эта полнота изложена. Поэтому все, что на древнем языке говорилось, сейчас с позиции современного знания мы можем представить каким образом. Первое. Вселенная существует как процесс. То есть все в ней течет, все изменяется, это очевидно. Второе. Ее фрагменты – это структуры, которые взаимодействуют друг с другом, развиваются под воздействием окружающей среды, то есть и других структур в том числе. Третье. Воздействие среды, взаимодействие структур, оно как происходит? Оно вероятностно предопределено, иерархично, отражается в статистических закономерностях, то есть есть статистика причинно-следственных связей, отображение, информационный процесс, несомый, общеприродный, иерархически многоуровневой системой кодирования информации на различных материальных носителях. Отклик структуры и происходящие в ней изменения – это тоже отображение, тоже информационный процесс, протекающий в той же системе кодирования на уровнях, охватываемых структурой, подчиненные тем же вероятностным предопределенностям, отражаемых статистикой. И отклик носит вероятностный характер на каждом уровне общеприродной системы кодирования информации. Резонансные явления, они очень важные. Вот резонансные явления в иерархически многоуровневых структурах проявляются как статистически более частые и более редкие информационно различные отклики в зависимости от векторов состояния среды и структуры в момент их взаимодействия. Шестое. По мере накопления информации структуры в статистике ее откликов на воздействие среды возникает все меньше ошибок, наносящих ущерб структуре. И отклики приобретают однозначную определенность в смысле предсказуемости отображений, воздействие, отклик. И последнее, седьмое. Взаимодействие среды и структуры, в котором на данном иерархическом уровне проявляется разнообразное ее поведение в смысле неоднозначной предсказуемости, воздействие, отклик смещается в область все более редких факторов воздействия. Происходит информационное насыщение какого-то уровня организации структуры, и процесс переходит в следующий иерархический уровень единой общеприродной системы кодирования информации. Ну вот то, что я сейчас тут наговорил, попробуем проиллюстрировать на картиночке, чтобы была такая простота понимания. Вот смотрите, подход к пониманию какой. Вот есть одна структура и есть другая структура. Значит, каждая структура в соответствии с триединством обладает материально, она обладает информацией, наделена мерой. То есть триединство материи, информации, мира. Вот смотрите, что происходит.
Вот это структура А, а это структура Б. Вот структура А воздействует каким-то образом. Вот она как петушок там тюк, клюнула. То есть осуществила какое-то информационное воздействие Х. Одинаковое. Ну, например, лучик солнышка упал на кирпичик. Кирпичик стал нагреваться от луча солнышка. Квант получил тепла. Воздействие Х. В соответствии с этим воздействием изменилась мера, которой обладала эта структура. Воздействие произошло, как только информационное воздействие произошло, сразу в ту или иную сторону, в хорошую, плохую, это уже большой вопрос другой, но изменяется мера. Мера изменилась, в ту или иную сторону нарушилось информационное состояние. Вот плюсик появился в информационном состоянии. Ну и материя каким-то образом чуть-чуть деформировалась, то есть нагрелась. Теперь еще раз тюк, точно такое же воздействие, еще один квант. Мера тоже сдвинула, да, и отклик вот здесь на первой схемке, он случайен. То есть какой, ну нагрелось и нагрелось, все. Значит, если еще раз тюкнуло, мера еще изменилась, причем в определенную сторону, воздействие одно и то же, то есть еще больше нагрелось. Соответственно, информационное состояние тоже, так сказать, изменилось в одну сторону, и мера, и материя, вот она тоже, так сказать, разогрелась. А теперь дальше что происходит? Отклик опять здесь, ну, практически случайен. А дальше идет вот так, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, представьте, столетия, вот это вот оказывается одно и то же воздействие. Значит, мера изменяется, информация насыщается, материя изменяется, и в один прекрасный момент тюк, отклик вероятностно предопределен. То есть что, бах, и камушек распался на два от перегрева там. А со временем он превратился в песок. Ну вот это механистически, я, конечно, понимаю, что вот такое представление, но оно дает хотя бы понимание вот через триединство, как это происходит. То есть если колебатель, а все процессы во Вселенной колебательные же, да? Если одни и те же колебания, они вероятностно предопределенно вызовут такой отклик, который соответствует смыслу этих колебаний. Понимаете? Вот все. Теперь смотрим дальше, как это происходит. Значит, о том, что вот мы говорили. Структура отвечает на отклик вероятностно предопределенно. Ну и здесь вот так вот. Среда, есть вот элемент суперсистемы, который обладает памятью. И вот среда. Раз тюкнула, отклик случайен. Два тюкнула, отклик случайен. Значит, тюкала, 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 затюкала. И, наконец, отклик вероятностно предопределен. То есть отклик формируется в процессе комбинации на основе случайного перебора информационных модулей в памяти структуры. То есть он определяется предопределенной мерой матрицы возможного состояния, а они же возможные состояния у любого элемента мироздания, они вероятностно предопределены. В информационном отношении такая развивающаяся структура представляет собой сочетание трех функционально различных образований. И мы вот поговорим о них. Первое. Это детерминированная, определенная, долговременная память. То есть детерминированная, это значит определенная, по-научному детерминированная, по-рабоче-крестьянски определенная, долговременная память. Вероятностная, оперативная память. И механизм случайного перебора. Как это происходит теперь вот в мироздании? Как работает вот эта вот детерминированная, определенная память? Вот здесь нарисованы два графика. Это среда, она колеблется, и, значит, здесь какая-то структура. Значит, среда оказывает воздействие на структуру. И вот смотрите, что происходит. Значит, считывание информации происходит тогда, когда система входит в резонанс. То есть выборка информации, переход в новое состояние происходит, когда происходит вот резонансное явление. И то есть и мы знаем, в школе мы проходили, когда солдаты идут по мосту, что мост обрывается, когда система входит в резонанс. Поэтому если выборка информационных модулей происходит на основе резонансных
автоколебательных и иных явлений, выражающих хорошее совпадение информационных характеристик, внешнего воздействия среды и внутреннего состояния структуры. Вот вообще эту картиночку можно сопоставить, можете попробовать дома у себя. Так, струны музыкальных инструментов отвечают на звуки определенной частоты. То есть даже вот камертон, вы знаете. Или гитара отвечает на... Она висит на стене, а вы, так сказать, соответствующие колебания производите, и гитара начинает откликаться. И в это время происходит выборка. Вероятностная оперативная память. Значит, здесь как происходит? Здесь накапливает статистику откликов структуры и комбинации возможных откликов на воздействие среды. Значит, вероятность извлечения необходимой для правильного отклика информации подчинена частоте обращения к этой информации. Но аналог можно вот представить такой. Вот представьте, волна накатывает на прибрежный песок. Вы на песке написали что-то, ну какое-то слово, информацию. Значит, волна накрыла ее, смыла. И если вы успеете до накрытия другой волной восстановить искаженное, то вот эта информация будет храниться. То есть, эта вероятность извлечения, необходимой для правильного отклика информации, подчинена частоте обращения к этой информации под воздействием среды и быстродействием механизма случайного перебора информационных модулей. Резонансные и автоколебательные явления есть здесь так же, как и в первом случае. Но в отличие от первого случая, они приводят, кроме отклика, и к изменению в организации информационно ненасыщенных уровней структуры. Реакция на вопрос-ответ здесь неоднозначна в силу информационной ненасыщенности структуры. Ну и, наконец, третья составляющая, вот механизм случайного перебора. Значит, механизм случайного перебора, он соединяет в себе и первый, то, что мы с вами рассмотрели, и второй случай. И здесь вот считывание информации происходит, если изобразить графически, не только когда совпадает вот частота, но это происходит в момент совпадения фаз. Вот смотрите, среда и система, если фазы совпадают, вот в этот момент происходит выборка информации. Или здесь вот фазы совпали, тоже происходит выборка информации. Значит, если возникает совпадение фаз процессов, ну в науке это называется синфазность, когерентность, то происходит выборка необходимой информации. Если этого нет, информация недоступна. И тогда... Вот здесь такая словесная формула, посмотрите на нее внимательно, и давайте вдумаемся, и сейчас ее зачитаем прямо по частям, чтобы стало понятно, что мы перед этим вот накрутили с этими фазами. Получается, что в информационно ненасыщенных уровнях структуры возникновение когерентности, то есть синфазности, каких-то процессов с другими внешними и внутренними процессами, это... Что есть? Это есть изменение ее качественного состояния на какое-то время, в течение которого в ней могут сложиться новые образования, возникнуть новые процессы. Вследствие этого, по окончании вот этой когерентности, совпадения фаз, структура не может уже вернуться прежнее состояние, то есть совершится шажок определенный в развитии этой структуры. Причем фактор своевременности, когерентности по отношению к процессам можно понимать двояко. И в смысле узкого интервала времени, в течение которого есть некое явление, а для структур, где есть память, не позднее, чем им понадобится эта информация в их развитии. А теперь вспомните то, что мы проходили. Помните глобальный эволюционный процесс и процесс ракеты, где вот эти шажки были. То есть сначала появились
пресмыкающиеся, потом там земноводные и так далее. Вернее, извините, сначала появились растения, потом животные, значит, простейшие, потом более усложненные формы и так далее. Вот эти шажки, они и происходили. А под воздействием чего? А вот теперь сопрягайте то, что мы говорим. Причем все это проходило своевременно, в нужное время. Это что, случайно, что ли? Вот материалисты, они говорят, это случайно. То есть они не видят здесь фактора управления. И фактора своевременности тоже не видят. А теперь я вам еще круче заложу. Вот мы с вами закон времени проходили, да? То есть, когда резонансное явление, когда попало совпадение частоты биологического времени и социального времени, есть над чем подумать. Ну, я так коротко скажу, что значит, вот это совпадение, до нашей цивилизации была цивилизация, которая, видимо, развивалась по биогенному пути развития. И, но в своем социальном развитии эта цивилизация зашла в тупик в силу того, что социальное устройство было тоталитарное этой цивилизации. И действительно, в Атлантиде, которая была до нас, атланты жили классно, то есть руководители цивилизации, но все остальное население планеты они держали в качестве рабочего быдла, скота. И чтобы они не потребляли много, даже был запрет на колесо. Почему? Потому что там, где появляется колесо, там начинается так называемый научно-технический прогресс, и люди начинают там развиваться. А в древних легендах инков, альмеков, в частности, в буддийских древних, в тибетских рукописях, там запрет на колесо установлено, что был. То есть речь идет о чем? Что сами правители планеты достигли высокого уровня развития, совершенства, остальных, чтобы они не потребляли благо, держали, значит, в качестве вот рабочего скота быдла. Но высший разум-то имел определенные цели по отношению к нам, а каждый человек – личность, а если суперсистема и каждый человек не выполняет возложенные Богом на него задачи, то как веревочки не веся, а конец всегда придет. И не Бог уничтожил Атлантиду, а сами руководители цивилизации создали такое состояние, когда эта цивилизация была отторгнута. Но Бог, он же умный, вот, поэтому он понял, что люди, наделенные им такой огромной свободой воли, они не могут выйти из плена толполитаризма в силу вот тех факторов, которые мы с вами рассмотрели. Поэтому, значит, человечество было запущено новый процесс по технократическому пути развития. И вот этот технократический путь развития привел к чему? К тому, что тоталитарное общество объективно стало рушиться, поскольку знания в технократическом обществе необходимо давать всем слоям общества. То есть Бог, еще проще сказать, он подвел человечество к такому состоянию, когда объективно система тоталитаризма пришла к концу, но для того, чтобы это произошло, поскольку процессы во Вселенной, значит, носят колебательный характер, то по отношению к социальным системам, мы же не биороботы, там, вкл-выкл, то есть вкл, и мы стали другими. Нет, то есть потребовались вот сотни лет для того, чтобы человечество, как некая суперсистема, перешла в новое качество, вот совершило шажок. А за счет чего это достигнуто было? А вот резонансные явления, совпадение фаз биологического времени и социального времени, и система уже назад вернуться не может. И мы рассмотрели вот этот фактор своевременности такого явления. Поэтому, какой вывод отсюда? Синфазность, когерентность – это одно из проявлений своевременности в процессе течения совокупности процессов. И это самое главное – общеприродный фактор, выделяющий случайно построенный отклик, обладающий информационным насыщением, достаточным для сохранения структуры достигнутого уровня организации или его повышения. Вот. Поэтому
вот эти механизмы в целом, которые мы с вами рассмотрели, с помощью них и осуществляется смещение различных структур Вселенной в нужном направлении. То есть, вообще говоря, управление осуществляется частотными процессами. И если опять вернуться к тому, что мы с вами говорили об изменении хромосомного аппарата, причин, значит, возникновения мутаций, это как раз опять вот связано с колебательными процессами. То есть в нужный момент определенные информационные воздействия со стороны Вселенной, Бога, и хромосомный аппарат так изменяется, его так скривило, что он пошел в нужном направлении развиваться дальше. То есть так изменился, что обратного хода он уже не имеет. Поэтому, подводя итог сказанному, что можно сказать? Возможно, что на каком-то этапе эволюции, после преодоления некого рубежа мощности по переработке информации, проявление всей ранее рассмотренной совокупности было названо людьми интеллектом. Но эта совокупность процессов и факторов имеет место в самых разных частотных диапазонах, на самых разных носителях информации, на разных уровнях иерархии в организации Вселенной. Таким образом, память – это не интеллект, механизм перебора информации – это тоже не интеллект, механизм преобразования информации – тоже не интеллект, механизм перебора и преобразования информации – это тоже не интеллект, а вот все вместе это взятое, вся эта совокупность – это и является интеллектом. При таком понимании, вот то, что мы сказали, вся Вселенная и ее фрагменты в целом обладают интеллектом и личностным аспектом. И интеллекты различаются между собой всего лишь по освоенным им частным фрагментам общевселенской меры. Вот, если помните, мы рисовали общевселенскую меру, вот эту многомерную вероятностную матрицу. Ну, здесь условно мы ее показали. Ей нет ни начала, ни конца, Вселенная вечна, бесконечна и так далее. И она обладает о самой себе всей полнотой сведений. А какой-то интеллект освоил вот такой фрагмент этой общевселенской матрицы, другой вот такой фрагмент, третий вот синий фрагмент освоил и так далее. Тогда можно говорить... Мы сталкиваемся, наверняка многие читали фантастические романы, там рассказы, когда сталкивались различные интеллекты между собой. Вот. Как они могут общаться друг с другом между собой? Это можно сделать, если есть необходимые совпадения для взаимопонимания. В первую очередь, по материальному носителю, в котором протекает этот процесс. Значит, и я уж не помню сейчас какой-то роман, где со второй планеты вот люди столкнулись с людьми нашей планеты, а у них второвая атмосфера, вы знаете, втор он неприемлем для человека. И вот в этом фантастическом романе они общаются через стекло, вот они вроде похожи, а общаться не могут, потому что совершенно другая среда. То есть по материальному носителю они отличаются. По частотному диапазону процессов существования структур носителей интеллекта. Ну вот, то, что сейчас мы говорим, когда будем рассматривать эгрегоры, это будет еще более понятно, о чем речь идет, поскольку есть биополевые структуры, о которых вообще наша легитимная наука не говорит. Вот когда будем говорить об эгрегорах, там это станет понятно. Значит, поскольку биополевая структура – это то, что многие сейчас там Рерих и последователи, они говорят «толстый мир», «тонкий мир». А что такое там «тонкий мир»? А это вот колебательные процессы, то, что в религиозных культах там ангелы, архангелы там и так далее. Вот это биополевые структуры, значит, которые действительно тоже обладают интеллектом, все, соборным интеллектом, о чем мы... Вот поговорим, когда будет лекция об эгрегорах. Но пока важно понять, что, значит, по частотному диапазону, чтобы было совпадение. То есть мы-то вот общаемся, то, что видим, это зрительный диапазон частот, то, что вот мы видим, слух. А ведь есть такие частоты, которых мы не слышим, но они же есть. Радиоволны мы слышим, нет.
через чувство меры человек может все это, то есть биополем он воспринимает весь спектр частот, поскольку его организм так устроен. Вот. По системе кодирования информации то же самое может быть взаимопонимание. Даже, скажем так, вот кто не знает китайский язык и русский язык, ну и как общаться? Поэтому должна быть система кодирования соответствующей информации. По общности информационной базы, необходимой для взаимопонимания. И поэтому, вот, например, здесь что показано? Вот этот интеллект, он соприкасается с этим интеллектом освоенным, он может общаться. А вот красненький, он овладел этой частью общевселенской меры. А синий, но у них соприкосновений нет. Вот интерфейсом для всех них, этих интеллектов, общение между собой, что может служить? Общевселенская мера. То есть Бог, он может связать всех друг с другом, то есть и общение, вот выход через чувство меры, можно общаться и с другими интеллектами. Вот, управление интеллектом. Интеллект – это одно из средств, которое дано сознанию человека. И как всякое средство, он управляем. Вот на этой картинке что представлено? Смотрите, опять есть объект управления – система управления, воздействие на эту систему. Это все протекает в среде, в том числе и под управлением иерархически наивысшего объемлющего управления. Вот общая схема. А теперь переводим это на уровень интеллекта. Вот есть человек, у человека есть сознание, и у человека есть интеллект. Значит, он может воздействовать на этот интеллект и получать соответствующий результат, оценивать этот результат и так далее. То есть обычная схема управления, система управления, всегда, везде можно эту схему применять, мы уже говорили о ней. И тогда что получается? Если сознание дисциплинированное, то даже при небольшом интеллекте дисциплинированное сознание, это вот как ветер в паруса, можно достичь намеченной цели. А если сознание мощное, хорошее, но не дисциплинированное, то это называется ветер в голове. То есть сознание рвет в клочья интеллект, и на выходе ничего не получается. То есть это вот суетящиеся люди, которые мельтешат, каша в голове. А как получить дисциплину? Вот как организовать? А это вот знать все то, что мы говорим. А чтобы каши в голове не было, значит, надо правильно понимать процессы, проходящие в мироздании. Значит, а на чем это базируется, фундамент? Понимание триединства материи, информации и меры, и что все процессы управляемы. То есть вот то, о чем мы говорим, если детям нашим с детства вот это все рассказывать, тогда даже при небольших возможностях можно достичь, как говорится, ветер в паруса, и можно достичь намеченной цели. А при недисциплинированном сознании вот ничего и не получается. Этому ни в школе, нигде у нас не учат. То есть об этом вообще даже не говорят. Значит, теперь подводим итог всему тому, о чем мы с вами говорили. Вот изложение взглядов на интеллект с позиции достаточно общей теории управления – неизбежно прежде всего потому, что понятие полной функции управления невозможно ввести, миновав понятие интеллект. Ну, еще раз напоминаю, помните, когда полной функции управления надо определить, распознать фактор, который воздействует на систему, внести его в вектор целей, то есть как отрабатывать эти возмущающие воздействия, как сформулировать концепцию управления. Все это предполагает наличие интеллекта, то есть способность вырабатывать новые информационные модули из самого себя, то есть из того, чем ты обладаешь. И в этом случае представление процесса существования Вселенной как процесса самоуправления по некой, пусть и неизвестной нам полной функции управления, неизбежно ведет к понятию высочайшего из интеллектов, ведущего этот процесс самоуправления Вселенной по некой полной функции управления. И вот действительно, значит, если ссылаться на
источники священных писаний, вот в Коране сказано, ты не видишь в творении милосердного никакой несоразмерности. И действительно, все процессы упорядочены, луна не падает на землю, земля крутится вокруг солнца, солнце там, все упорядочено, все в ладу, никакой стихии нет, все процессы колебательные. Если что-то меняется, то, что для нас, конечно, значит, там погасла звезда, да, значит, какая-то часть Вселенной изменилась, где-то зародилась и так далее. Поэтому управление, если бы этого не было, вот управление, тогда все кометы, планеты, был бы хаос, все друг с другом сталкивался, наступил бы, значит, беспорядок и беспредел полнейший. А беспредела мы не видим. Опять ссылка, ты не видишь в творении милосердного никакой несоразмерности. То есть, вот при таком рассуждении получается, что всеми процессами во Вселенной ведет управление высочайшее из интеллектов, что называется Богом. Опять вспомним роман Михаила Афанасьевича Булгакова. Помните, с чего он начинается? Там сидит Берлиоз и Иван бездомный на лавочке, и к ним Воланд подсел, они говорят, да мы безбожники, то есть не верим, а Воланд говорит, а тогда кто же всем управляет? Что вызвало удивление и у Берлиоза, и, значит, у Ивана бездомного. Вот ту сцену перечитайте, посмотрите, я опять настоятельно рекомендую вам, почитайте работу внутреннего предиктора СССР, Мастера Маргариты, гимн демонизму, либо Евангелие беззаветной веры. Поэтому вот эти рассуждения приводят к тому, что высочайший из интеллектов, он существует. То есть, ну, должен же кто-то всем этим управлять. Вот эта сцена в романе Михаила Афанасьевича Булгакова, она как раз об этом и говорит. А кто же тогда всем управляет? А по их получается, а само так вот получается. Но как оно само может получиться, если вы знаете, есть объект управления, субъект управления, информационное воздействие есть. Значит, кто же тогда будет всем этим? Как это? Само, что ли, происходит? Само собой, как ступа с Бабой-Ягой, но тогда все равно это режим самоуправления, который надо, режим самоуправления организовать. Вот. Поэтому вот такая постановка вопроса и ответа на него, она приводит к чему? Она несовместима. Значит, вот эта логика, достаточно общей теории управления, она несовместима с атеизмом, как материалистическим, так и идеалистическим. Ну, материалистический атеизм прямо говорит, так сказать, Бога нет, а идеалистический он круче, он говорит, Бог есть, но Бог такой, какой я тебе скажу, а не тот, который есть на самом деле. То есть речь идет о чем? Есть Бог, который есть, а все религии, они говорят о Боге, которого нет. Вот в чем, если, так сказать, свести. Поэтому вот логика достаточно общей теории управления несовместима с атеизмом. И атеистические вариации на тему теории управления и так далее либо ставят человека на место Бога, либо утрачивают общность изложений, как только соприкасаются с темой глобальный исторический процесс. Значит, вот процессы, протекающие во Вселенной, поскольку не могут произнести слово «Бог» или иерархически наивысшее объемлющее управление по отношению к человечеству. Поэтому вот атеистическое сознание, вот на этой части, фрагменте, оно к чему это приводит? Смотрите, поскольку нет признания того, что есть на самом деле, то и в атеистическом сознании выпадают какие-то фрагменты видения процессов управления, которые есть на самом деле. И нарушается иерархичность их восприятия сознанием. И это приводит к чему? А это приводит к тому, что при решении всех задач, вот постановка вектора целей, оценка вектора текущего состояния, значит, неучет того, что есть на самом деле, приводит к ошибке в поставлении как самих задач, и, естественно, приводит к ошибке управления. То есть, вектор цели выставляется не в ту сторону. Потому что, представьте себе, если вы, помните, мы с вами учитывали, вот идет ваш процесс,
Рядом с ним протекает еще один процесс, другой процесс, третий процесс. А материалисты, они говорят, Бога нет. То есть они не учитывают влияние ритмов космоса, там, солнца и так далее. И это привело к чему? А это и привело нашу цивилизацию вообще к глобальному системному кризису. Вот вам эта схема. Почему? То есть они не учитывают того, что есть на самом деле. А другую беду несет якобы религиозное сознание толпы элитарного общества. Оно несет себе в другую беду. Какую? Догматизация Писаний. То есть отождествление человека, его разумения, его воли, записывающих людей, вот, плюс редактирование, цензура, это вот это от себятина человеческого считается волей Всевышнего. А что это такое? Это сатанизм в чистом виде, поскольку подменяют волю Творца с волей того человека, который там нес эту отсебятину. И опять это приводит к чему? Это опять приводит к глобальному системному кризису. Поэтому выход из этой ситуации какой? А мы говорим признание Творца и согласование вектора целей, смысла существования человека с целями, которые в отношении к нам осуществляет иерархически наивысшее объемлющее управление, то, что мы называем Богом. Вот такой подход. Другие подходы, я вот вам показал, они привели к глобальному системному кризису. И вот при рассмотрении интеллекта, подводя итог, мы пришли к какому выводу? Что интеллектом обладает не только человек, но и обладает вся Вселенная в целом, и ее фрагменты, ну, в различной степени фрагментации, конечно. Вот. И то, что Вселенная обладает интеллектом, люди назвали Богом. То есть вот самый мощный интеллект, который существует, это и есть Бог. И Он осуществляет управление всеми процессами, в том числе и нами. А управление не может быть бесцельным. Значит, по отношению к нам, если говорить о жизни человека, выставляется цель. Как выйти на осознание ее? Значит, надо вступить в диалог с тем, кто выставил перед тобой эту цель. С помощью чего это можно сделать? Через чувство меры. Значит, вступить с ним в диалог. Как определить, с Богом ты говоришь или не с Богом? Устойчивость по предсказуемости. Если тебе идут подсказки, то тоже надо уметь их видеть. Вот, собственно, о чем мы с вами говорили. Дальше мы с вами перейдем к рассмотрению суперсистемы.